Всем привет! Меня зовут Лена Кустова, и это «Живая кухня». Сегодня будем осваивать молдавскую кухню в меню «Плачинда». Плачинда – это пирог с начинкой из пресного теста. У нас с вами будет рецепт на скорую руку. Дело пойдет лаваш. Ну а чтобы наша выпечка получилась более полезной, во-первых, мы не будем ее жарить, а отправим в печь запекаться. А во-вторых, начинка будет из творога и зелени. Достаем из холодильника творог 250 граммов, одно яйцо, твердый сыр и зелень, лаваш. Творог – продукт полезный, но все хорошо в меру. 200 граммов – это норма для взрослого человека. Мы снабдим организм кальцием, важными бактериями для пищеварения и магнием, чтобы хорошо работало наше сердце. Но если налегать на творог и есть больше нормы, то мы получим нарушение целевого баланса и в итоге отёки. Поэтому плачинду будем есть в компании. Первое – это начинка. Смешиваем творог с яйцом. Нарезаем зелень. Трем немного сыра. Соединяем все. Теперь расправляем лаваш и выкладываем поверх начинку. Скручиваем в рулет, сворачиваем плачинду в улитку и укладываем в форму, в которой будем запекать. Ну и потом быстрее берем улитку, поверхность смазываем яйцом и сметаной, чтобы подрумянилось. Ну а теперь отправляем запекаться на минут 15-20. Весь пирог плачинда тянет на 450 граммов. Это 730 калорий. Всего белков 70, жиров 24, углеводов 56 граммов. Официальный вариант молдавской плачинды готов. Очень ценное блюдо, если вдруг нагрянули гости. Согласитесь, готовить очень легко. Плачинду вкусно есть как горячую, так и холодную. Всем приятного аппетита!